Пожалуй, где-то вот так проходит каждое утро. Первая половина дня. Скоро будем обедать. С одной стороны, ничего такого интересного. С другой стороны, как бы простота в том, что делаешь, она приносит какое-то удовольствие. Алло. Есть ты? Хорошо, иду. Ладно, я пойду пообедаю сегодня, к нам бабушка и дедушка приехали, которые не с нами живут, не рядом, около нас, это родители отца, так что к вам вернусь попозже. You're hurting. I see that you're down. I see how every dream return came back to call you out. Was ready to rumble, was ready to fight. Got lost in the thunder without alibis. Shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control what's deep within. Oh, когда никуда не выезжаю, то время на усы не трачу. А, так вот, о чем я говорил. Как бы в жизни много есть простых вещей, которые составляют наши будни. И если они идут в перемешку более сложными, например, вот это, что я делаю, снимаю, монтирую, для меня это то, что сейчас сложно. Реально, умственно сложно.
А вот такие вещи, как там ежедневные уже даже варки сыра или, например, я его не варю, сейчас брат больше делает, я занимаюсь тем, что нужно делать. Шо? Не. А что ты кричишь? Я же тебя вырежу. И если есть баланс вот таких более сложных и простых вещей, тогда вот такие сложные вещи, они будут умственно вас загружать, что хорошо, а в простых вещах можно будет находить какое-то такое спокойное время, когда можно подумать. И если сильно уже скучно становится, все наушники, можно что-то слушать. Я имею в виду не музыку, книжки, аудио, что-то подобное. А, так, что мы здесь сделали? То обед прошел, мы начали здесь работать. Здесь, я сейчас с обратной стороны нашего дома, здесь там вот окна в сыроварню, которую мы строим. И так как там раньше планировалась летняя кухня, то мы канализацию копали очень маленькую на этом месте. Она уже была проведена, и вот с таких просто скатов она была сделана, вот трубы выкопали. Но так как решили здесь сделать сыроварню, то пришлось, хотели в этом году успеть уже до наступления дождей, морозов, всего остального выкопать. И я здесь уже видно, что глиной засыпал, но там были 4 кольца по 80 сантиметров, 1.5 метра в диаметре внутри, и верхняя, так как все равно заходит отверстие канализации достаточно низко, то не было смысла здесь большое сделать. Сделали маленькое, его посадили там на раствор. Осталось трубу туда вставить, накрыть, это все засыпать, и будет у нас хорошая канализация. Сегодня больше работать не будем здесь. Я сейчас отвезу брата домой. Так как сейчас уже холодно, он на велосипеде не ездит. Поэтому утром приезжает с дядькой, который молоко привозит. А вечерком там, ну, по-всякому бывает, сегодня я его завезу. На этом на сегодня будет все, остальная работа будет в доме. Спасибо, что смотрите нас, знаю, что это ничего такого полезного, возможно. Ну, может быть, просто интересное времяпровождение. На этом все, пока.